Всем привет, с вами Смирнов Иван, и это был тяжелый год. Прошел еще один год вашего развития и прокачки. Множество стадиков, множество законченных работ и коммерческих заказов, сделанных в этом году. Множество работ, залитых на ArtStation, множество сделанных и не очень домашек. Есть что вспомнить. А может быть, год еще у кого-то продолжается? Моё почтение всем, кто сейчас работает, пытаясь отчаянно успеть попасть в дедлайн. У нас же за этот год произошло также много всего интересного. Школа выросла, добавились новые курсы. Мы обзавелись уютным ламповым офисом в центре Москвы, где сейчас проходят регулярные активности. Преподаватели школы провели 43 живых выступления в этом году. 43, Карл! Среди которых была большая образовательная конференция на 400 человек, проведенная совместно с Mail.ru Group. А также мы сделали множество людей на шаг ближе к их мечте, и в новом году мы будем делать еще больше интересностей. Отдельно хочется обратиться к тем, кто терзает себя за то, что сделал недостаточно. Пусть это останется в уходящем году. Ведь вас будут определять только результаты и достижения нового года. В новом году вы обязательно добьетесь большего, заведете новых друзей, пополните портфель, закончите начатые проекты, начнете новые проекты, да и вообще вы осилите все, что угодно, ведь весь мир отражается в вас, и ваш мир будет именно таким, каким вы его построите. Обязательно найдите, за что себя похвалить в уходящем году. Ведь в Новый год нужно идти заряженными на позитив и, конечно, безудержную прокачку. Я хочу поделиться с вами еще кое-чем. У меня есть мечта. Вначале она была маленькая. Я ее развивал и вынашивал. Потом я поделился этой мечтой с одним человеком, и мечта стала больше. С тех пор я каждый день делюсь этой мечтой с людьми, и сейчас эта мечта уже целой команды. И каждый, кто присоединяется к команде, помогает ее растить и развивать. Я хочу пригласить тебя разделить с нами эту мечту, ведь только вместе мы сможем воплотить ее. Эта мечта – создать лучшую в мире школу концепт-арта и иллюстрации. И пусть в новом году в портфолио каждого произойдут перемены к лучшему, чтобы скилл рос, проекты были интересными и чтобы у вас всегда оставалось время порисовать для себя. На наступление 2019 года осталось буквально чуть-чуть. Пришло время отключить интернет, отложить стилус и сказать самые заветные слова тем, кто находится рядом с вами. Простить им любые обиды, окружить теплом и заботой. Надеемся, что вдохновение и муза станут надежными спутниками в твоем творчестве. Скилл будет расти, карандаш всегда будет оставаться острым, а драйвера от планшета никогда не будут слетать. Искренне желаю всем вам профессиональных успехов, и команда Smirnov School поздравляет вас с новым 2019 годом! Обязательно найдите, за что себя похвалить в уходящем году. Ведь в Новый год нужно идти заряженным... В новом году вы обязательно добьетесь большего. Заведете новых друзей. Да, но это не точно. Пришло время И карандаш будет оставаться острым, а драйвера никогда не будут слетать. Ну, драйвера. И сейчас это мечта уже целой команды человек. Целой команды человек.